И пропадает в миллионах навек, когда ты самый дорогой человек. Правда, слишком глубокая рана, забывать друг друга пора нам. Пропадает в миллионах навек, когда ты самый дорогой человек. Правда, слишком глубокая рана, забывать друг друга пора нам. Задержи дыхание. Я больше тебе никто, ты больше мне ничего не простишь. И пропадает миллион навек, когда ты самый дорогой человек. Правда, слишком глубокая рана, забывать друг друга пора нам. Пропадает миллион навек, когда ты самый дорогой человек. Так, сейчас я вам покажу все аккорды. Здесь они очень простые. Первый аккорд у нас ЕМ7. Указательный палец у нас на втором ладу 5-й струны. Средний палец у нас на втором ладу 4-й струны. Безымянный палец у нас на третьем ладу 2-й струны. Мизинец у нас на третьем ладу 1-й струны. Все остальные струны у нас открыты. Второй аккорд у нас С9. Указательный палец у нас на втором ладу 4-й струны. А средний палец у нас на третьем ладу 5-й струны. Безымянный и мизинец у нас на том же месте, остальные струны у нас открыты. Дальше у нас аккорд Г. Мы просто указательный и средний палец поднимаем на струну выше. Следующий аккорд Д и десус. Мы просто к аккорду Д подставили мизинец на третьем ладу 1-й струны. В припеве у нас играются обычные аккорды ЕМ, С, Г и Д. Вступление у нас очень сложное, ни в коем случае не пытайтесь его играть сразу в быстром темпе. Сейчас мы его разберем. Зажимаем аккорд ЕМ7, играем одновременно 6-ю струну, 3-ю, 2-ю и 1-ю струну.
Далее играем третью струну, первую, вторую. Играем шестую струну и тут же первую, вторую, третью струну. Причем первую, вторую струну мы играем отрывисто, просто приподнимаем пальцы на ладах. После этого играем первую, вторую, третью струну и тут же шестую струну. Пауза. Играем первую, вторую, третью струну. Пауза, шестую струну. Далее мы меняем аккорд C9, играем то же самое, только вместо шестой струны мы играем пятую. Далее играем аккорд G. Зажимаем аккорд D, играем четвертую, третью, вторую, первую струну. Играем четвертую. Первую, вторую. Играем четвертую. И тут же первую, вторую, третью струну. Как только мы это сыграли, мизинец мы должны поставить на третий лад и тут же убрать. То есть получиться должно так. Поставили, тут же убрали. Сыграли, поставили мизинец, убрали. Теперь снова играем первую, вторую, третью струну, тут же четвертую, пауза, играем первую, вторую, третью струну, и опять же мизинец мы ставим на третий лад и тут же убираем. И снова четвертую струну. Повторим. Теперь повторим все целиком. Далее мы просто зажимаем аккорд D, играем четвертую, третью, вторую и первую струну. Пауза. Так, разберем момент, где мы приглушаем струны. Это играется очень просто. Зажимаем все струны левой рукой, чтобы они у нас не звучали. Да? И играем такие движения. Вниз, вверх, пауза. Играем вверх, пауза. Вверх, вниз. И играем вверх с открытыми струнами. Вниз, вверх, 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 вниз, вверх. В этой песне мы играем восьмерку. Обычную восьмерку я уже разбирал в песне LCP Синяя. Подсказку на видео я оставил, сейчас же я просто сыграю его в медленном темпе, используя аккорды из песни. Сыграю я отрывок из припева. Зажимаем аккорд ЕМ. Далее аккорд С. Аккорд Д. Аккорд Д. Теперь поговорим о восьмерке, которая у нас играется в куплете.
Здесь мы добавляем только одно движение. Вместо трех последних мы играем 4 движения. Допустим, мы зажмем аккорд ЕМ7, играем как обычно восьмерку. И дальше мы играем вниз-вверх, вниз-вверх. Далее меняем аккорд. Аккорд Г. И вот здесь у нас совершенно все по-другому. Разберем его по частям. Первая часть будет составлять движение вниз, 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 вверх. То есть мы играем вверх тот же аккорд Д, но потом подставляем мизинец. То есть понятно, да? Играем вверх, сначала аккорд Д, и просто потом подставляем мизинец третьему ладу. Вторая часть будет составлять из движения вверх-вниз, вверх-вниз, вверх. Во второй части мы уже точно держим аккорд десус, играем вверх-вниз, вверх-вниз, вверх. Третья часть будет составлять из движения вниз-вверх. Мы уже играем аккорд Д. Попробуем соединить именно вторую часть и третью. Теперь соединим все части. Кому этот момент кажется сложным, можете просто играть аккорд D, используя восьмерку из куплета.